честно говоря, уже почти месяц, есть одна вещь, которая на меня очень давит, и также есть вещи, которые тоже становятся пустыми для меня. Что, если я не смогу почувствовать эти чувства? Даже если я почувствую эти чувства, в чем смысл? Хотя недавно, когда я смотрел на себя, это было видео, где я танцую, я почувствовала себя очень счастливым. От того, что я видел, да, что ай, я правда здесь справился неплохо, ай, я правда улучшился. И просто занимаясь тем, что мне правда нравится, или то, что я так привык делать, и видеть улучшение, видеть, что я правда хорошо это делаю. Мысли об этом, эти чувства, это сделало меня, правда, очень-очень счастливым.